Итак, всем здравствуйте, с вами подкаст от Тамплиера и Свободного Гнома, который бухой. Нихуя, ну, я трезвый. Я как бы тоже, похуй, я, ну, трезвый. Трезвый. Ну да, жаль, что нельзя камеру перевернуть в релайфе, тут, он бухает, Карлинг. Я трезвый, я не пью. Вообще ни капли. Все выпил, литр шейка. Ага, в общем, вот тут в галерее, вы можете видеть, да, в маленьком размере, ноут, на который я поставил Android. В общем, это типа подкаста. Мы после первой серии решили выйти подышать свежим воздухом. Он куряга с капитаном Блэком. Сказал человек, который выкурил 3 штуки Кента вроде и 1 штуку Харвест. Пиздит. Так дышит. И он дышит. Да-да-да, хотя это 2 разные вещи. Хотя для него это одно и то же. Итак, мы обещали 1 пошлую шутку. Она будет уже во второй серии летсплея. Давай одну сейчас захуярим. Например, с какой-то хуевого рака или еще с чего-нибудь. Не, а прикинь, Дренейку косплеить пацаном. Вопрос. Куда деть хвост? Отрезать хуй и пришить сзади. Жестоко. Куда яйца деть? Пизду сделать. Сука. Бля. Ну что ж, на этом, думаю, подкаст закончился. Итак, минута 30, ебать, откуда? Идем в волосах, куча херни. Уже нету. Так, и самая главная вещь. Ждите от нас, где-то месяцев через 10, косплей на... Агита и Акита. Кто не в теме, тот смотрит анимешки. Подсказку дам, Air Gear. Ладно, всем удачи, с вами был Тамплиер. Всем удачи и всех благ. С вами был Дагра. Пока. Пока. Ну хули, может, типа, оставим, чтобы, типа, послышали наш разговор? Наш рост там нету? Не. Ну, короче, я так телефон оставлю, похуй, что в записи. Блять, не, ну, блять, подписчикам нужно как-нибудь привлекать, я не ебу реально. Сука. Да ну, а хули, пусть послушают. Может, какие-то фаны хотят видеть. Бля. Да, кстати, в этом видео тоже будет дохуя мата. Оденьте наушники. И наденьте гандоны. На голову. На ней не задохнитесь. Нам еще подписчики живые нужны. Да. Ну или нежить. И, кстати, рассказывайте своим друзьям. Всякое пиздоболие, всякая хуета. И попросите Лазурки Гнома с нами сыграть в Вовку. Ну или Акро, ему все равно делать нихуй. Ну да, или всех, кто играет в Вов, заходите на серву. Может, мы когда-нибудь с вами созвонимся по скайпу. Но это будет совсем другая история. Сейчас кто-то идет, они не знают, что попадут на YouTube. Хотя они догадываются об этом. Да, у меня дрожит рука. То, что слишком много курил, дрочил и так далее. Не пизди, я увеличу зум, чтобы попялиться на тело, которые идут. Вот рожа Дагры, вот опять моя рожа, возможно, криво. Я не знаю, криво, не криво. Криво. В бок чуть-чуть. Похрен, поснимай. Нормально. Поснимай ты. Так, рассказывайте своим друзьям, нам нужно больше подписчиков. С косаря подписчиков мы включим вебку с 5 косаря. Я покажу свой паспорт, и он тоже. Вот он, блядь. Вот этот еблан покажет свой паспорт с 5 косарей подписчиков. Ладно. Да. Подсказка. У обоих нас волос нету. Да. Да, на паспортах. Ладно, дальше будем снимать мой шлепанец. Автофокус не работает, это мои пальцы. Ну, кто более пошлый, ага. Пойдет в чем смысл. Да. Не знаю, сейчас поставлю, просто будет сниматься охрененный краевид. Смотрите на муравьев. Ага. Трудолюбивый народ. Вот так люди качаются. О. На X1. Да. Итак, сейчас мобила ёбнется по-любому. И все будут ржать. Сука, не ёбнется. А, ну ладно, посмотрите на палочки, хули. Ладно. Не, фокус чуть-чуть выше отведем. Так, на тебе фокус. Нахрен. На фокус? Ну давай фокус. Да, подпишись. И этот чувак сказал, что не пьет. А я не пил. А, конечно. Где пруфы били? 10 тысяч подписчиков, я его расценил.
Не! Сколько там лямов на земле? 7 миллиардов? 6 с чем-то. 6 лямов подписчиков я его расчленю. Нет! С 8 миллиардов подписчиков он меня расчленит. В прямом эфире? Да! Так что подписывайтесь, рассказывайте друзьям, но все равно хуй это будет. Так, вы ленивый пидорас. Ага. А с 9 миллиардов подписчиков я расчленю его. Воскрешение будет за кадром. Ага. Ибо некромагия доступна лишь некромагам-паладинам. Печати света. Ладно. Некромагам-паладинам, блядь. Нежити, сука. Ну, некра, нежить, один хуй. Все равно у них один хуй. И того нету. Чувак, олень, некромант. Он нежить, он олень. И у него есть хуй. А у нежити, скорее всего, нету. Хуй знает. А, если вы заходите с 3 косарей подписчиков, чтобы мы играли в доту, так и быть, мы сыграем. Да. На 2 инвокерах, на меду. Да. Бля, вот едет это. Вот этот троллейбусик с ебанутой песней. Сейчас он должен выехать в кадр. Не, сейчас он еще не выехал. Сука. Короче, с ебанутой песней. Сейчас он появится в кадре. Вот он появился в кадре. Я навел на него фокус. Не знаю, увидите ли или нет. Хотя, все, пофиг. Ребят, самая главная вещь. Это единственная лавочка, которая есть в этом городе. Да. Вот это охрененная лавочка, блядь. Да. Да. Ладно, на этом реально закончим. Всем... Ну, не в этом смысле. Да. Не, кончить и закончить — это две разные вещи. Сейчас мобила реально ёбница. Или я не Ванга. Ты не Ванга. Ты не Ванга. Блядь. О, она ёбнулась. Ладно. Да, с твоей помощью. Хуем Ванга. Я, кстати, хуем ложил его. Потом покажешь кому-нибудь. Да. Ну, когда-нибудь у меня уменьшится до 30 сантиметров. Ах, да. Ребят, радуйтесь, что вас пока мало. Это наркомания распространяется только на вас. Да. С 5 косарей подписчиков такой хуйни не будет. Будет еще больше. Да. Может, в релайфе будем с лазуритными гномами. Или с еще какой-нибудь ебатней. Не в прямом, конечно, смысле. Ты собираешься ехать в Сибирь? Они приедут к нам. Они могут. Они могут все. Правда, интересно, что они будут пить. Лазуритные гномы могут все что угодно, только раками, только раками. Они могут быть. Блять, нас за это убьют. Всем насрать. А, блять. И да, мы не очкарики, мы видим. Да. Размыто, но видим. Но всем насрать. Интересно, сколько наберет просмотров эта хуйня? Ну, если назвать Бентера чмом, то наберут много. Ты уже назвал. Вот именно. А, да. И еще назовем хуйлом Стаса Давыдова, потом Путин. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Прямых оскорблений не будет, ибо это политика. Но Янукович — колорадский жук. Ну, с этим никто спорить не будет. Также... Также он является сейчас в данный момент политиком, поэтому все является узаконено. И единственная вещь, которую вы забыли сделать, это надеть наушники. Поэтому все идет кровь из ушей, это не наша вина. Да. И подписывайтесь, ставьте лайки, видео на обзор присылайте хуй знает куда. С вами были Тамплиер и Свободный Гном. Я не дам нихуя слова ему сказать. Всем до скорого!